Поближе к воде и солнцу такие пожелания чаще других слышат сотрудники туристических агентств и предлагают на выбор десятки стран, которым посчастливилось иметь выход к морю или океану. В летний сезон образца 2016 года брещане в большинстве своем при выборе направления остались верны традициям. В почете Болгария и Турция. Но покупают и более экзотические путевки в Марокко. К слову, данное направление сейчас активно развивается. По словам специалистов, это Восток во всей его красе, а также в Доминикану и на Кубу. Из далеких маршрутов летом сейчас в основном туристы спрашивают Кубу, Доминикану, потому что из Москвы очень хорошие цены, питание все включено, замечательные белоснежные пляжи, пальмы, отели с большими территориями, поэтому кто не боится длительных перелетов, выбирает именно эти направления. К слову, на некоторые курорты можно улететь прямо из областного центра Брещины. Брестский аэропорт с начала сезона отправляет рейсы в Турцию и Болгарию. Традиционно в лидерах это Турция, несмотря ни на что. В том числе благодаря вылетам из Бреста. Это очень удобно. К тому же страна безвизовая. Также Болгария очень пользуется популярностью. Опять же, вылет из Бреста очень удобно. Но что касается Болгарии, то здесь глубина продаж достаточно большая, и в сезон купить какой-то популярный дефицитный отель очень сложно. Отпускникам, которые собираются отправиться в путешествие, помимо информации о стране пребывания, ее культуре и возможностях для отдыха, стоит взять на заметку и рекомендации специалистов в части сохранения здоровья. Эпидемиологическая ситуация в некоторых субтропических и тропических странах не всегда благополучная, и это важно учесть при планировании заграничного путешествия. Перед тем, как выезжать страны с тропическим, тропическим климатом. Для граждан нашей страны, которые имеют разный уровень своего здоровья, необходимо обратиться к врачу и выяснить, насколько безопасно вначале будет эта поездка, потому что люди с определенным иммунитетом, здоровые люди могут долго адаптироваться и даже заболеть абсолютно здоровые, не говоря уже о тех, кто имеет хронические какие-то заболевания. С детками надо быть очень осторожными, беременным женщинам. Более подробную информацию о том, как уберечь себя и близких, их всегда можно получить у специалистов по туризму, врачей и эпидемиологов. Найти ее можно на сайтах центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также туристических агентств.